Всем привет! Начинаем маленькое путешествие по нашему красивому городу. Сейчас праздники. Вот, сегодня я сходил на набережную, на фестиваль ледоколов. Ну, так называется праздник. Действительно, здесь стоят несколько ледоколов, очень крупных. В частности, Сорокин. Огромная такая махина. Вот, ну, одновременно народ гуляет. Это праздник, конечно, это праздник для города. Наш город, это город морской, город моряков. Действительно, это праздник. Гуляет народ, веселится. Организовано достаточно огромное количество различных конкурсов. Какие-то музыкальные номера, специально выделенные люди, которые следят за порядком. Не только милиция, но и какие-то дружинники ходят. Очень здорово. Палатки, в которых вот интерактивные какие-то штучки демонстрируются. Очень действительно интересно. Я такого никогда не видел. Вот. Люди веселые, добрые, хорошие. Ну, у нас и город хороший. Вот хор поет. Ну, здорово. Просто почему-то вспоминается старое время такое. Песни такие хорошие поют. Вот. Дети хоть веселятся. Это хор. Ну, хор, конечно, вообще потрясный. Там такие достаточно грустные люди, которые поют старые песни. Ну, это здорово, это нормально. Вот. Они стараются от души. Это очень интересно. Вот они с душой поют. И люди подпевают свое интересное, не только взрослое поколение, но и молодые, которых здесь очень много. Люди пришли с детьми, ходят, гуляют, покупают сахарную вату, мороженое. Есть и пиво здесь тоже, можно выпить, можно зайти, посмотреть. Даже юрта, вот видите, здесь юрта есть. Я думаю, что настоящий юрт это не был, конечно. Вот от разных училищ есть такие палатки. Вот я знаю, что было от Макаровки, от Академии Кузнецова. Вот. Ну, там сидят курсанты и что-то говорят. А вот здесь собаки выставлены из ездовых пород. Такие, правда, грустные, потому что жарко сегодня было. Сегодня же праздник. Ну, в общем, ну что, вот такая вот у них судьба. Вот здоровый огромный ледокол стоит, на него очередь, чтобы попасть. Вот, надо, наверное, часа полтора стоять. Вот здесь вот развлекухи различные для детей. Интересно. Во всяком случае, организовано очень хорошо. Ну, мне так показалось. Сегодня вообще в городе очень много мероприятий. Я знаю, что было даже шествие байкеров. Я как-то сюда ехал, на набережную. А все это дело находится как раз напротив Адмиралтейских верфей на Васильевском острове. И вот, как раз было дороги перегорожены, когда я ехал, было шествие байкеров. Вот видите, сколько народу вообще там по огромное количество. Просто огромное, преогромное. Ну, это здорово, девчонки хорошо поют. Периодические песни хорошие. Симпатичные люди окружают нас. Да вообще в нашем городе очень много хороших людей. Вот. Мне так кажется. Это дети выступали. Сцена называлась «Фашизм не пройдет». Вот, видишь, кто-то гуляет, веселится, а вот моряк, матрос, наверное, этого огромного ледокола, занимается своим повседневным делом, своей повседневной работой, красит.
народ подходит, подтягивается. Я прошел практически все это мероприятие. Ну, мост Ардината Шмидта, это Благовещенский мост, так сейчас он называется. Ну, народ действительно достаточно много. И детьми. Веселый, хорошо. Нормально, хорошая погода. Просто здорово. Вот если у вас будет свободное время, можете завтра прийти. Завтра тоже, кстати, она работает. Сегодня вот 2 числа. 2 и 3 числа работает. Это выставка или это называется официальный фестиваль ледоколов. Ну вот, так называется. Поэтому будет возможность приходить, посмотрите. Я уверен, что получите удовольствие. Все, пока, всем привет.